Есть нюанс. В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы. Потому что людей убивали они там, на Донбассе. И кричал он в самолете и на выходе или где там еще, что мне грозит смертная казнь. А наши журналисты тут оправдывали, что у нас не предусмотрена такая статья за это, как смертная казнь, 15 лет. Он знал, что говорил. Он понимал, что там, в юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии. И это уже совершенно иная ситуация.